Киев – город контрастов. Вот как вчера на банку снесли по шуму. Здесь наряду с новой застройкой сохранилась и старая. старинная. Больница не так. Остались. С армейской, там можно туда с армейской больше было. Там, получается, в трамвае пригоняли с Киев-Товарного. По железной дороге. Согласно расхожему мнению, вот этот вот покореженный дом флигель известного самолетостроителя и первого человека, который построил вертолет, Сикорского. А впоследствии эмигранта. Точнее, вначале эмигранта, а потом он построил вертолет. Не, это, конечно. Не факт, что это длина, потому что люк слишком. Вот, на головке вентиляционных шахт от бункера ПВО. Мне кажется, там есть кто-то живой. Вот заваренный металлический люк, аварийный выход из бункера. Сейчас мы подойдем к главному и аварийному выходу. О! Так, вот один из выходов, входов в бункер. Ну, тут как бы для того, чтобы в него попасть, нужно вот преодолеть всего лишь вот этого преграду. Ну, то есть как бы вот вход, вон, видите, он такой. Ага. Интересно. Такой яйцевидный ход. Ну, туда без освещения. Наподобие штольни в Белогородке, точно такого же толка. Ну, 402-й дот знаменитый. Точно такой же профиль хода. Ну, опять теперь без освещения. Там темно, с ним как бы ни черта да, не смысла нет. Что примечательно, говорят, что бункер до сих пор находится на балансе Министерства обороны. Классно. Как бы они, поэтому он сохранился до сих пор. А внутри там как, он большой? 2 этажа, а комнат, наверное, штук 20-30. Вниз еще идет, ну, или да. Вот туда? Ну, получается, вот это насыпное, это верхнее. Подполье уйти еще можно. Один этаж там. Там внутри очень сильно загажено, все расстроено, уничтожено. Там, то есть еще... С начала 90-х годов там собирались сатанисты, какие там такие раритетные акции можно встретить. До войны Бородины, моя семья по материнской линии, жили в квартире на нынешней Владимирской улице, возле пожарного депо. Когда семья собралась воедино в Киеве уже после войны, квартира на Владимирской оказалась занята, и пришлось поселиться на Чкалово в этом подвальном помещении, где прожили до 60-х годов и где родилась моя мама. В подвале жили не только мы, там еще жили дядя Ваня Полотер с тетей Нюсей, графиня. Баба Вера жила, вот, у которой было штук 30 котов. Вот. Дворничиха тетя Катя с дочкой Лидой и с внуками, у которой был единственный телевизор. И две монашки. Вода у нас была в подвале, но только холодная. Было так по коридору такая комната, где было несколько умывальников. А туалет, конечно, был на улице. Вот. И так мы жили, метров 8 комната была, 5 метров комната, вернее, квартира 8 метров, 5 метров комната, 3 метра кухня, печка и газовая плита. И жило у нас там 5 человек. Вот. Но мы жили со всеми соседями дружно. Дядя Ваня полотер был известным полотером, он натирал пол у Корничука, у Майбороды. Вот. Лечился он очень оригинально, когда он болел, он выписанные лекарства врачом всыпал в одну посуду, выпивал и запивал стаканом водки. И был потом здоров. Вот. А у бабы Кати, как я говорила, был телевизор такой вот еще с этим, как его называют? Колбой. Не колба то была, это... Линза. С линзой, и мы по вечерам собирались и смотрели телевизор. Вот. И жили дружно. Кто картошки наварит, кто кильки принесет. Вот. Ну, мы маленькие были, приходили все вместе с едой, смотрели, ели, разговаривали, обсуждали все. Была дружная очень компания. Тут как зал колонны. Одна лампочка есть. Там стоят потолки там. Мы сейчас ищем сквер Зои Космодемьянской. Он загадочно исчез со временных карт Киева. Внизу. Да. Живут. Нет, не он. А, следующий. Аварийный. Оттуда пойдешь. С балкона этого дома второго. Хорошо, что ты о нем не помню. Сейчас я сниму. Света бы меня судила за то, что я финансово поддерживаю корпорации. Я тоже пью фанку. Единственное, что Коля. Впереди фанта, потом ты. Он еще перебыл горбом. Еще радихвейца. Я буду делать, если это не судьба. А это что? Просто ничего так. Тоже фиг. Манекен. Новый житель заброшенного дома. Это не похоже на электричество. Это интернет. Там у кого-то интернет. Это маловероятно. Замечательный летчик, он дважды герой Советского Союза. Ну и голубь сел на голову. Ну что он? Через забор протиснуться и сфотографировать, снять снизу. Сейчас. Вот лестница, ведущая к нижнему входу в Сенной рынок. Вот если мы сюда будем, мы позволимся. Мы сейчас идем по лестнице, которая вела от Сенного рынка вниз. Вот остатки ступень. Некогда тут кипел толкучий рынок, толкучка. Интересные места. Когда его? Бойкая торговля бывает, да. Нитная лестница. Уникальные вещи можно было приобрести. Особенно тогда, когда в 90-е продавали. Это шла просто улица. Да, получается. Такая яма, что ли. Вход в подвалы, да, там разные мясные лавки находились. Вот, ну такие овощные. Вот, а тут как бы все барахольщики. Основное средоточие киевских барахольщиков было здесь. В 90-е годы здесь можно было приобрести уникальнейшие вещи. Народ, который изголодал, убитый кризисом, продавал просто все нажитое ходами, уникальные вещи. Антиквариат. А в окрестностях после рабочего дня тут рыскали шайки молодчиков, которые высматривали удачных продавцов, и после них вечером нападали. Один раз жертву таких нападений стал мой отец. Он как бы за день продавал коллекцию своих пластинок, он собирал в советское время пластинки, ну, потом тут их распродавал, но когда нечего было кушать. Вот. И он спускал со своим другом после рабочего дня вот по улице Гончара. К нему подошли со спины 6 ребят, попросили прикурить, двинули кастетом в лицо. Вот. Собрали, получается, мешки. Ну, слава богу, он успел все продать, а деньги остались в кармане внутреннем. Получается, у него ничего не забрали, кроме пустой сумки, которую он обнаружил в следующий день в мусорном ящике. Вот. А у приятеля у него забрали на те деньги, громаднейшие деньги, 100 гривен. Вот. Плюс к тому... Это год, наверное, был 96-й. Не, на то время это большие. Да, вот. И часы забрали. Ну, в общем, так вот. Такие были времена. Вот был общественный туалет. А там сверху находились такие... Тут, получается, было ниши, такие места. А там сверху находились, получается, эти лавки. А я тут не интересно. Кстати, неплохая комнатка. Не, мне тут просто так пунктовый. Можно акустические концерты. Это же такой, он был такой полукруглый, такой сводчатый, что это якобы бывший авиазавод секретный, который передали под нужды торговли. Вот. Но это все чепуха, потому как вот это было специально возведенное здание. Тут типа лаборатория видно было, знаешь, робот. Да, видно была табличка и такая. Нужно снимать фильмы ужасов. Ложки еще остались, продолжим. Я думаю, это и есть основной сюда путь. Ну что, спускаем. Стекло, блин. Вот сквер Олеся Гончара. А где же сквер Зои Космодемьянской? Скипает футурист. Ну как сказать, и... Сейчас давайте спросим, где тут сквер Зои Космодемьянской? А, немножко ниже, мы его ищем. По этой стороне. Спасибо большое. Кстати, тут протекает ручей сейчас под нами. А какой? Афанасийский приток, бывший приток Скомороха. Это не потому ли на карте тут Афанасийский яр? Да, здесь находился Афанасийский яр, еще который описывал Паустовский в своих мемуарах, вот, детских, там, где тут жили нищие, тут чувак с попугаем, вот. И получается, до распланирования проспекта Победы, вот когда начали строить цирк, вот когда ликвидировали Галинский рынок, ну, Евбас, получается, Афанасийский ручей являлся притоком Скомороха. Левым притоком Скомороха. А после этого это уже стали отдельные ручьи. Вот интересно, да, вот интересно. Я снимаю, да. Где же этот сквер Зои Космодемьянской? Вот тут сквер Зои Космодемьянской. Здесь впереди культовое место для всех неформалов Киева. На улице Володарского, она же Златоустовская, находится рок-шоп «Корн». Бывшие здания табачной фабрики. Табачную фабрику как, уже закрыли? Вот же и павильоны, нет? А вот это ангары, да. Ага, ну. А сзади осталось все. Осталась котельная полуразрушена, и главный, получается, корпус, там буквально полтора остался. Они, я так понял, собирались там масштабно чистить себе. Вот если два вот недоходных дома снесли, табачку снесли. Сейчас они закрывают БКК, используют БКК. Освобождается огромный участок земли под застройку. Просто гигантский. Еще не возвращается 12-й завод. С Володарска. Видите, еще старые деревянные столбы. И уже ни одного неформала. А некогда неформалы ходили тут потлатые в черных одеждах, фенечках. Целыми табунами шли в рок-шоп и магазин Мун, где продавались кассеты с рок-музыкой. Одна из немногих таких узких улочек с трамвайными рельсами. Да, она хотела. Улица Дмитриевская. Один из уцелевших старых домов. Роман 18. Сейчас новосектор, то есть там никто не живет. Да, да, я видел. Там вот есть дома, которые забыла, вокруг них нет, и потом... Там как раз получается... Сейчас. Там еще подвалы какие-то глубокие. Это вообще, блин, чудо инженерной мысли. Да. Это мне как на Русановке нравятся дома, которые... Значит, чтобы не тратить много времени, Лукьяновского трамвайного депо. Рельсы, ведущие в никуда. Да, я снял. совещание комсомольцев, ага. 2019, ну, которое предполагалось скрыть в 2019 году спустя 100 лет. Mm-hmm. Ну и которое, собственно говоря, подача вот этих вот замечательных людей было демонтировано и уничтожено. Ну, это повсеместное явление сейчас в городе. По эти мемориальные таблички ополченцам дни садоводства. Он так он находится в аварийном состоянии, его скоро, наверное, слезть. Сейчас к ним подойдем тоже. Было здание, построили когда? Было в 1905 году на Лукьяновский дом, народный дом трезвости. Течет веселый ручей Скоморох. Вон он спрятался. Вон, видите? Ага. Через дырочку, и там старый кирпичный коллектор. Вот. Ты же еще писал Кальницкий, что ты планировалось построить. Нас тут примет в ближайшее время. Наверное, да. В общем, никто не будет заниматься его восстановлением. Я это, конечно,